в очередной 13 серии 3 сезона сериала «Ищейка» вы узнаете о том, как на парковке возле торгового центра неизвестный открывает стрельбу, в результате которой один парень, Сергей Козенко, оказывается убит, а второй, Андрей Фролов, серьезно ранен. У Козенко в рюкзаке травка на продажу, а Фролова ничего. Александр подозревает, что Сергей был драгдилером, и во время сделки Андрей случайно попал под раздачу. Однако, придя в сознание, Фролов признается, что не собирался ничего покупать. Козенко был его приятелем и иногда давал наркотики ему совершенно бесплатно. Александр понимает, что первоначальная версия несостоятельна, и у нападавших совсем были другие мотивы.